Губернатор Приморья Олег Кожемяка в среду 20 июля проинспектировал ход восстановительных работ в населенных пунктах Ольгинского округа, принявшего на себя натиск водной стихии. Первый поселок, куда глава региона прибыл вместе с руководителями краевых министерств, МЧС и с грузом гуманитарной помощи, куда вошли 500 килограммов муки, лекарства, газовые плиты, баллоны, а также пенсии, стал моряк-рыболов. В настоящее время населенный пункт остается отрезанным от большой земли, но связь и свет в поселке уже есть. Частично восстановлены дороги, однако требуют ремонта подход к мосту, обеспечивающий подъезд к поселку. Социальная служба и поселение будут сейчас оформлять пострадавших, актировать всем, чтобы положенные выплаты им производились. Вот, то есть здесь с нами находится и спасатель МЧС, которые сейчас приступили и работают по очистке тех завалов, которые находятся у основания мостов. Вот, находится здесь руководитель Примавтодора, подошла техника с находки, с этого направления будет восстанавливать дорогу. Также работают еще несколько организаций. Побывал Олег Кожемяка в поселке Маргаритово. К нему проезд есть только со стороны Находкинской трассы, а со стороны Ольги дорогу еще только предстоит восстановить. Оценивая ход восстановительных работ в муниципалитете, губернатор отметил слаженность действий оперативных служб и местных властей. Вот все мосты с той стороны тоже, и на Кавалеров, когда ехали, тоже упав, тоже такая же история. Надо восстанавливать будет заборные стенки из бетона, чтобы сюда вода не шла, не мыла, вон они попадали тоже все основные. Угу. Но даже отсыпать насыпь, ставить на место переходные плиты. Придавить их не габаритами. У нас порядка 4 подрядных организаций, обеспеченных техниками, комплексами, экскаваторами, бульдозерами, вот такой большегрузной техникой по восстановлению. Когда будем смотреть каждый день, но я думаю, что в течение 3 дней обеспечить проездом необходимо. Энергетики устранили аварию на линии электропередачи и включили свет в селе Фурманово Ольгинского округа. Общаясь с главой региона, жители обратили внимание на плачевное состояние столбов электричества. Олег Кожемяка распорядился предусмотреть ремонт. Анна Дьякова, новости на 8.